Проект «Наши герои» добрался до Усинска. Сегодня местной молодежи там показали фильм о Владимире Носове. Среди зрителей были в том числе и представители самых разных патриотических объединений города. Им было особенно интересно узнать о том, как простой парень из небольшого села в Усцилимском районе стал профессиональным военным, на СВО выполнял задачу на самых ответственных направлениях и в решающий момент шагнул в бессмертие, став навечно героем России. Я очень горда, что наши парни сейчас воюют за нас и борются за то, чтобы у нас было мирное небо над головой. Мы не должны забывать историю нашего Отечества и должны помнить и продолжать путь наших предков. Данное мероприятие дало мне возможность узнать о том, кто защищает нашу страну. Любовь, гордость к нашей родине, к нашим солдатам. Мы всегда знали и гордимся нашими защитниками. Владимир Носов, Иван Поздеев, Олег Шипицын, Александр Плотенков – герои России. Анатолий Хлобыстов и Виталий Лифенко – герои Республики Коми. Они отдали все за нашу мирную жизнь. Сегодня на передовой на их примере отважно сражаются тысячи бойцов. А здесь, в тылу, наша задача – рассказывать об их историях и подвигах подрастающему поколению. Чтобы юные мальчишки и девчонки знали, что у Коми есть свои герои. За 2 месяца фильмы о наших земляках, проявивших себя в ходе специальной военной операции, увидела уже несколько тысяч человек по всей республике. На следующую неделю проект посетит Усть-Цилиму и Ижму.